И к другим темам. В Красноярском крае подскочили цены на лекарства. Статистики зафиксировали рост почти в 5%. Оказалось, что за прошлый год наиболее существенно выросли в цене йод, настойка пустырника и корвалол. При этом на некоторые группы лекарств цена не так существенно, но упала. Дешевле теперь обходится эссенциали Фортеен, валидол и анальгин. Всего цены сравнивали на 43 вида медикаментов. Из них подешевели всего 7.